Президент. Еще раз репетируем. Президент. Еще раз репетируем. Один. Один, два, один. Да, стоп, есть, есть. Так, теперь можно на всякий случай еще вопрос. Три, два, один, начали. Один, три, один. Да, стоп, есть. И теперь переходим к следующему, что у нас просто. Да, я звоню, она поднимает трубку. Ты помнишь, что говорить, Кать? Это уже кадр 4. Повтори мне, да, сейчас проговори. Алло, компания «Президент». Я менеджер компании, меня зовут Екатерина. Скажите, чем я могу вам помочь? Какие услуги вы хотели бы заказать? Только не как... Как да. Настроение? Вы нормально. Кто? Супер. Джуз. А у тебя как? Норм. Снимаем рекламу нашу. А вы кого играете? Я режиссер. Да, нормально, вот работа. Кого играете? Снимаю оператором. Оператором? Оператор. Ну, удачи. Да. Как настроение? Отлично. Кого играете? Ассистента. Ассистента? Ассистента. По хлопушке, да? Ассистент. Как настроение? Привет, отлично. Кого играешь? Главную роль менеджера. Класс. Удачи. Два, один, начали. Один, четыре, четыре. Алло, компания «Президент». Стоп. Наконец-то, господи! Правильно? А потом какую услугу? Чем я могу вам помочь? Чем могу я... Чем... Господи, чем я могу вам помочь, да? Не надо говорить. Гений идей. Гениальный идея. Всем привет. Подписчики и зрители канала, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Погнали. Три, два, один. Один, четыре, пять. Начали. 1-4-7. Здравствуйте, компания «Президент». Меня зовут Екатерина. Чем я могу быть вам полезна? Какую услугу вы хотели бы заказать? Бэкстейдж — это ты снимаешь то, что уже кто-то снимает. То есть они снимают это со стороны. Все, режиссеру постоянно не нравится. То не подходит, то не подходит. Сейчас звук.
Миша, да? Да. 1-4-8. Отобрали. В Америке отобрали кресло. Что? Еще один снимаем и все. Последний. Давайте последний уже выложимся на пределы. На полную. Возможностей, да? Один. Все, я на последний дубль. Давай. На полную за руль. Да. 3, 2, 1, начали. 1, 5, 3.